учитель. Детям он добра желает. Он честный, справедливый, он мудрец. В душе ребенком, как и вы, бывает, он открыватель маленьких сердец. Их называют инженерами человеческих душ, ведь они справляются с самой сложной и ответственной задачей – формируют человека. Участники конкурса «Молодой учитель Брещины» на этой стезе недолго, но с каждым годом шаги все более уверенные. Теперь они борются за шанс представить Пинск на областном профессиональном конкурсе. Учителя из 7 школ и гимназий города перед финальным испытанием на сцене прошли несколько этапов. Более опытные коллеги оценивали профессиональное мастерство, уровень подготовки и умение находить выход в нестандартной ситуации. Конкурс «Молодой учитель Брещины» направлен на выявление в учреждениях общего среднего образования нашего города, а также области творчески работающих молодых педагогов. Участники конкурса – это не случайные люди, это те педагоги, которые показали результат работы, в частности, с нашими ребятами. Это те педагоги, которые подготовили победителей олимпиад, победителей научно-практических конференций, а также показывают хорошие результаты в работе методических формирований. Что нужно сделать сегодня, чтобы ученики были успешными завтра? С таким вопросом к участникам обратились в финале. Каждый со своим мнением, какова роль педагога. Учитель – это ученый, который исследует. Учитель – это врач, который лечит душевные раны. Учитель – это актер, который вдохновляет. Я творю урок. Урок, на котором я хочу вырастить из маленьких гениев будущих творцов мира. Группа поддержки средней школы номер 3 после объявления победителя радовалась больше других. Учитель английского языка именно из этой школы Евгения Локун стала победительницей конкурса и вскоре представит Пинск на областном этапе. Молодой учитель – человек активный, творческий, целеустремленный, деятельный, увлеченный. Я верю, что учитель должен быть строгий, но справедливый. Главные принципы, которыми я руководствуюсь в работе, это не навредить и научить не только своему предмету, не столько своему предмету, сколько тому, что понадобится детям в будущей жизни. Тому, что они смогут использовать вне зависимости от того, как хорошо они знают мой предмет.